И всем привет, с вами я, Александр Сычков. И в прошлом стриме я хотел вам показать крутой очень стрим с обновлением, который был ночью. Ну, видимо, я не знаю, не загрузил что-то, ничего не сделалось. Вообще не получилось вам это показать. Я извиняюсь, ребят, правда. Ну, я правда не знаю, что произошло тогда. Но реально, ребята, игра реально заглючила у меня. Или не игра заглючила. Короче, у меня просто, ну, не загрузилось это видео. Точнее, его просто, он не появился на компьютере. Это как-то даже странно для моей программы, которую я снимаю видео. В общем, как-то так, ребят. И поэтому я стрим не выложил. Я играл с подписчиками, ночью было обновление. Очень глобальное, то есть я поменял все текстурки админов, випов. И немного карты поменял некоторые. Кстати, вот я хотел вам показать эту карту. Это карта CS Agency. Я хотел на ней поиграть, но в общем... Что там такое-то? Идут кто-то? В общем, ребят, я правда извиняюсь. Я так хотел вам это видео показать, но, видимо, я просто не смог, не успел. Я не знаю, не загрузилось просто видео на компьютер, поэтому я его и не выложил. Но очень хотел, я вам обещал скинуть. Вот я переснимаю его. Я его досниму. И это будет даже круче моменты, чем были вчера. Да, сразу в хэдшот убили. Я молодец. Так, ладно. Я вчера и отсюда падал. Ну, в общем, я вам не вру, это реально был вчерашний стрим. Если... вы мне не верите, поверьте другим людям, которые здесь играли вчера. Я реально здесь играл и снимал. Я играл со своими друзьями. Мы здесь все протестировали новое обновление. В общем, ребят, короче, мы все переснимаем. И приятного вам просмотра. Итак, здесь один враг. Давай. Смотрите, какое красивое у нас оружие-то есть. Так, ладно. Еще у меня есть мой мраморный градиент. Вот такой он у меня, ребят. Так, вот он. Это самое дорогое оружие, которое есть в Counter-Strike Global Offensive. Смотрите. Вот такое вот оружие. Так, ладно, ребят. Оу, это кто такой был? Там бегает-то. Ладно, сейчас все сделаем. Давайте там пройдем тогда уж. Через тут вход. Так, давай. Опа, yes, yes. Yes, ребята, я затащил этот раунд. Вчера я не мог затащить. Точнее, я тащил потом. Потому что реально было обновление, и трудно было тащить. Сложно вообще в игре. Ну ладно. Это все можно исправить. Так, сейчас уже можно тащить. То есть сервер обычно работает. Мы вчера обновляли 3 сервера, так что если вас лагала игра на этом сервере, то извиняюсь, обновление уже завершено. И можно спокойно уже играть на любом из серверов. Так, АВПшника убили. Идем дальше. Так. Так, того убили, значит, кто-то на спавне точно должен быть, да? Давай, стреляй. Ну что ж, такой АВПшник так. Да. Убил его. Он даже в меня не попал, ребят. Так, ну самое прикольное то, что мы все-таки доделали ту функцию, которую... делает хп за каждое убийство. Это даже теперь это стало круче. То есть если вы убиваете там например, у врага 50 хп и у вас 100 хп, то если вы его добиваете, то есть убиваете там хэдшот или куда, в любое другое место, то вам прибавляются эти 50 хп, которые у него были, и у вас получается хп 150 хп у вас. Это прикольно даже. Или в минус идет все. Ну короче, все понятно. Так, что вы там? Давайте, я всегда должен прикрывать, что ли? Так, ладно. И, кстати, мы доделали функцию запрещенного микрофона. То есть на этом сервере никто не может говорить в микрофон, кроме меня. Ну, баса. Так как я администратор этого сервера. Могут разговаривать по микрофону админы и випы. Больше никто. А также не все могут писать в чате, так как здесь запрет чата есть. В общем, вы все это увидите. Так, бежим дальше, идем сюда, так, и дальше идем сюда, так, окей, проходим здесь, здесь кто у нас, здесь никого у нас нету, здесь точно кто-то будет, оу, не попал,
Супер. Давай. Кстати, кто не заметил, но тут тоже есть вход какой-то непонятный. А попробуется, нет, зайти туда, я не знаю. Так, одного убил, и сейчас второго добью. Так, хватит у меня патронов-то, чтоб убить-то их. Нет, наверное, нет, не получится, yes! Опа, вот так надо. Ребят, вот так надо тащить реально в Counter-Strike Global Offensive, если вы мне не верите. Можете написать это в комментариях. Мой ID ВКонтакте 53 55 44 63, и мы продолжаем наш просмотр второго, точнее нет, даже какой у нас уже стрим-то идет по счету. Третий стрим, на котором я просто тащу. Да, тащу. По-настоящему тащу. Тащу команду. Всю команду свою тащу. Да. Такой выхожу и всех тащу. Вот именно вот так. Выходим и тащим. Смотрите, там кто-то обязательно должен сидеть. Так, нет, тут никого. Ладно, сейчас все исправим. Идем туда. Я вообще хотел долго поиграть на этой карте, потому что она реально крутая, и в ней очень много или мало интересных всяких мест, которые где-то можно затащить, место есть. Ну, короче, все это можно увидеть здесь. Так, здесь вот заложник один есть. Так. Нет, это не... Блин. Теперь нафиг надо бежать отсюда. И быстро. Или медленно. Мне пофигу. Так, прыгаем. Так, 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 так. Куда бежать-то? Куда? Давай, 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 давай. Да где же я? Где я? Где я? Блин. Сейчас мы проиграем только. Блин, давай. Так. Я успел. Я успел к нему. И даже заложника не ранил. Круто. Я просто успел. Yes. Просто вот так надо тащить команду, ребят. Я просто мастер. Так, ладно. Дальше давайте я побегу через те столы. Как вы заметили, раз я на том стриме на первом играл за команду или во втором стриме. Ну, в общем, в каком-то я стриме, наверное, во втором все-таки. Я играл за команду КТ, то сейчас я играю за команду Т. Это даже круче, наверное, чем в тот раз было. Так, даже... Не знаю, как сказать. Так, выходим сюда. Так, куда нам идти-то? Давайте сюда... Нет, сюда я не пойду. Пойду сюда. Давай. Так, одного убил. Почему вы все ходите с АВП, ребят? А, это даже не АВП, а... Зато гранатка. Кстати, у меня были здесь гранаты где-то. Оу. Крутая штука была. Так, ладно. Побежали. Так, давайте туда закинем гранату куда-нибудь. Так, у меня больше ничего нет, да? Тут была еще одна граната вроде. Да. Так, давай-ка. То есть я его уже жду здесь. Как бы. Давай-ка. Откуда он выйдет-то? Я даже не знаю. Так. Давай-ка. Он может выйти откуда... Хрен знает, откуда он выйдет. Давай. Чё, ранил кого, не? Хедшот, ребят. Просто максимально поиграл. Через дверь его убил. Через стену вообще охренеть. Как круто. Я буду играть только с АК-47 и только за команду Т. Это будет, конечно, круто. Может, здесь, конечно, побить стекла все, чтобы было круче выглядело это все. Так, дальше идем сюда. Так, давайте спрыгнуть или как вообще? Так, давайте сюда спрыгнем. Спрыгиваем. Дальше. Бежим сюда. Так, опа. Так, окей, 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 окей. Мы сможем. Оу, там уже никого нету. Я думал, кто-то будет. Так, окей. Так, ладно. Сейчас, ладно, мы сделаем все. Давайте. Так, побежали. Бежим сюда. Запрыгиваем на эту штуку. Так. И запрыгиваем туда. Нет, я туда вряд ли допрыгну. Ну да, это было круто. Конечно.
Так, опять бежим через столы, ребят. Мы пробежим сейчас через столы. И это будет круто! Так, окей, мы проходим сюда. Мы здесь спрыгиваем, то есть... Так, здесь никого у нас нету, но, возможно, кто-то выбежит все-таки. Хотя хер его знает, кто где выбежит! Прячемся и спокойно выходим, убиваем. Блин! Кто меня стрелял-то? Кто? С меня снес хп-то столько. Так, ну все, я затащил полностью. Блин! Да достал ты меня. Я же здесь мастер, а ты кто вообще? Ты никто. Компы. Круто. Кто у нас там дальше остался-то? Кто один там остался, а? Не, уже никто. Смотрите. Нет. Ну чуть-чуть не допрыгнул. Просто хп снял себе. Ну ладно. Так. Так, ладно, давайте возьму ВП. Тогда, ладно, извиняюсь, что сказал то, что я буду играть постоянно с АК-47. Нет, я буду играть теперь с АВП Азимовым. Так, давай-ка. Так, туда не побегу, давайте вот здесь где-нибудь засядем. Ай, блин. Опа! Хедшот. Это круто. Так, тихо. Опа, еще один. Там никого нету. Так, я все боюсь, кто-нибудь из-за спины выйдет, блин. Убьет со спины меня. Со спины никто не может убить Нубаса. Так, проходим здесь. Здесь никогда никого нету. Так, я кого-то слышу. Так вот надо играть. Так, ну что, остался один, да? Видно. Ладно. А вот теперь вот уже, конечно, палевно стало. Вот, смотрите, я выполнил этот трюк сложный. Так, успею я или не успею? Я должен успеть. Даже обязан. Давай-ка. Я прикрою. Если что. Давай-ка. Кто там? Кто там? Кто стреляет? Кто? И где? Опа. Вот так надо играть. Чё ты там, живой ты? Я тебя спас. Чё, если бы не я... А, он сам с АВП ходит. Ну ладно. Так, ладно, с АВП, конечно, играется очень даже круто. Мы уже одного даже игрока с ножа убили, ребят. Это просто было круто. Ну чё, побежали. Давайте спрыгнем. Или давайте здесь посижу где-нибудь. Посмотрю. Типа как камера, блин. Кто здесь играет? Пуля есть. Стоп. Я что-то видел. Что-то, точнее, слышал. Давайте сюда. Где-нибудь сбоку сяду. Тихо. Да тихо ты. А, попал? Охренеть. Ребята, я попал. Опс. Я попал. В того парня я попал. Охренеть, я стрельнул и попал. Вот отсюда я стрельнул и убил его, охренеть. Вот это вот АВПшник, кстати, граната есть, да. Давайте выйдем. Так. Давай. Блин, не смогу. Смог! В хедшот! Охренеть, опять же хедшот. Это так круто. Так, ну все, мы победили опять. Как всегда. Оу, как они проигрывают-то. Уже даже нечестно становится как-то. Наши такие крутые все. Давайте, побежали. Мы сможем все. Давайте. Это ж не соревнование, блин. Так, окей. Оу. У меня тоже есть. Приз как. Ого, меня чуть не убили, охренеть. Пуля прям... Видели, как пробежала вообще? Так. Опс, не попал. Ладно, будет еще один шанс. Да, шанс будет. И отличный. Кто-то в него уже стрельнул, а я просто закончил дело. Так, там кто-то точно будет сидеть, я точно знаю. Кто первый стрельнул в хедшот?
я, ну бас. Там еще кто-то будет, тоже с АВП. Убил его. Так, а этот вообще криво как-то валяется, смотрите, вот. Что это? Вот что это, ребят? Это просто по максимуму играть, ребят. Так, кто там у нас там? Есть кто? Гранатка вообще есть, нет? Да, АВПшников, конечно, они набрали вообще. Ладно, пофигу. Ну, как-то вот так получается у нас играть. Друзья, к нам присоединились еще игроки. Это будет круто. Итак, мы продолжаем играть. Я остановил немного матч, ну ладно. Я стрельну сейчас в это окно, точно. Отвечаю. Опа. И выпрыгну нафиг отсюда. Оу, магазин открылся, ну ладно. Я могу ходить вот тут, прыгать даже, блин. Охренеть. Вон там даже автобусы какие-то ездят. Машины. Так, еще один автобус. Но это все равно фейк все. Блин, боюсь даже двинуться теперь. Так, опять зашел сюда. Так. Окей. Ого! Блин, его ранили-то как. Опа! Ну бас пришел. Давай-ка. Выходи! Я же знаю, что ты там. Ох, нифига меня вот тут мочат, начали там мочить, так как это меня. Блин, не успел. Я смогу, я успею. Перезарядка. Нет, не иди туда, не иди. Там это сидит. О, молодец. Супер. Ну что, теперь их дофигища стало, по идее. Да. И нас тоже дофигища стало. Еще сложнее игра стала. Погнали играть в Counter-Strike. Мой ID ВКонтакте 53 55 44 63. Добавляйтесь ко мне, принимаю заявки от всех. Итак, мы продолжаем. Идем сюда. Опа, попал. Опа, попал. Опа, блин, не попал. Так. Ах ты, блин. Да, попал. Я попал. Кто мне поможет? Кто? Никто. А, только я помогу. Ого, сколько мы тут завалились-то. Граната. Кто там сидит-то? Чё, кто скажет, нет? Спасибо, братаны. Супер, сработали, конечно, молодцы. Вообще, команда, конечно, у нас тащеров, ну, как и всегда. И дело не в том, что я тащу. Во всех раундах. Так, напоминаю, что мы играем с подписчиками моего канала Нубас. Подписывайтесь туда и заходите на наш сервер. Сервер наш есть в описании. Приступайте к игре. Набираем игроков. Нам нужно их набрать. Хотя уже тут дофига сейчас. Ну ладно. Спасибо. Прикрыли. Мой ID ВКонтакте 53 55 44 63. Добавляйтесь ко мне в друзья. Так. Идем сюда. Где ты? Где ты? Где ты? А, ладно. Я тебя все равно ранил уже. И все, добил его. С двух патрон. И в хедшот. Вот так тебе. Да уж. Кстати, да уж. Поменялось, смотрите, текстурки рук поменялись даже. Смотрите, как поменяли-то так. Их. Прикольно-то как. Супер. Ой, не попал. Ну ладно. Сейчас перезаряжусь, подожди. Чё, перезарядился? Так, все, ладно. Побежали. Так, все, с 5 ударов убил. Давай последнего тогда убью. Где он там сидит-то? Ой, я подумал, что они живые-то. Сидит-то на стуле. Или на чем-то там. Так, ну где он? Есть-то.
Побежали сюда. Кого он взял-то? Видели? Оу. Ого! Троечка! За весь матч вот этот вот... Я уже трех убил с ножа. И вы это видели. Это было круто. Так, ладно. Все что-то с АВП стали играть. Точнее, не все, но... Ну, почти что все. Да, нас дофига, ребят, подписчики заходят. Молодцы, ребята. Продолжайте, продолжайте писать сообщения на наш стрим, ребят. Так, уже сидит на нашем стриме людей. 150 уже, блин. Конечно, вообще. Я сейчас, конечно, считать не буду, но уже где-то 150 вроде было, да? 143, ребят. Что-то мало подписчиков-то сидит на канале-то. Там кто-то вроде еще был, да? Или нет? Перезарядка. АВП Азимова. АВП Азимов. Затащи. Че, не затащишь? Затащи. Кто там еще ходит, блин? Достали вы. Да, конечно, сложно играть. Честно вам скажу. Идем обратно. Кто там есть-то? Где он стреляет? Где? Да, все. Хедшот убил его. Да, со мной играть очень сложно, да. Да, вы правы, ребят, вот вы мне пишете вопросы, на вопросы я сегодня не буду отвечать. У меня лень просто сегодня на что-то отвечать уже. Мне надоело просто. Я просто хочу сейчас поиграть нормально, честно, с моими подписчиками. Целый час, а может быть два, а может быть три даже. Ну, мне пофиг как-то. Давай. Опа. Опа, ну что ж вы там все. Гранатка даже вам поможет. Ты тоже что-то скинул, что ли? Я вам дымовуху. О, еще молотов у меня есть. Давай, молотов тебе скину, блин, достал. Ну куда ж ты побежал-то от меня? Все равно пуля тебе достанет моя. Я побежал. Да, как ты через стену-то бьешь-то, я не понимаю. Одного только. Тут читы все запрещены. Только читы от нубаса. Только я могу пользоваться читами. И все команды. Да, конечно, круто. Одна гранатка у меня есть. В запасе. Ну, пусть она там и будет. Так, ладно. Давайте... Вот это вот оружие мне нравится. Хочу теперь с ним побегать. Так, у меня где-то гранатка была. Так, окей. Да, это было круто. Сразу все забомбил. Опа. С первого патрона. И в хедшот. Убил. Перезарядка. Долгая перезарядка. Ну давай, давай, давай. Два патрона и все. И готов. Спасибо. Ребята, конечно, без прицела сложно играть. Вы не поверите, да. Это реально сложно. Но, ребят, как-то же надо начинать играть вообще, по идее. Вот я теперь даже стал профессионалом без прицела играть. Это, конечно, по-новому. Но, ребята, это, конечно, офигенно как круто. Все играют с прицелами, все что-то там настраивают, конфиги. Я без прицела играю, ребят. Мне не нужен вообще никакой не прицел. Никакой, ни большой, ни маленький. Просто без прицела играть. Это охрененно. Я уже все прям знаю. У меня даже, смотрите, вот я должна вообще, это, прицел быть, его там тоже уже нету. То есть я все убрал, все прицелы, все, вообще все убрал. Мне это нафиг не нужно. Так, ну что ж. Кто первый? Кто первый у нас будет? Подарок от Нубаса. Там получит кто? Давай-ка. Только выйди. Так, что я его... Охренеть, я его убил. Охренеть, это что-то реально новое. И убил? Убил. Так, да, ГСГ-9 нормальное оружие, конечно, крутое. Мне нравится. Так, побежали, ребят, побежали. Он там, он там, он там, ребята. Побежали дальше. Так, я здесь пройду. А вы там, проходите. Так, ну что, он взял его, да? Хотите сказать. Че? Вон он, вон он, вон он.
Yes. Да, Нубас всегда помогает. Да, опять АВПшник. У меня опять гранатка. Ну как, все как всегда, в общем, играется в Counter-Strike Global Offensive. Так, ладно. Так, я сразу скину гранату тогда туда. Через стекло прям. Побежали. Вам понравится. Так, ладно. Пробегаю сюда. Кто там? Даже так, даже без этого прицела я во всех. Давай. Даже, смотрите, даже меня никто не попал еще. Давай-ка. Да уж. Четверых и пятого тоже. Давай. Да даже так, ребят, вы, может, мне не поверите, но я реально играю без прицела уже давно, ребят. Это, конечно, вы не поверите, но это правда реально. Играть так возможно. И не знаю, мне нравится так играть. Так, меня так научил играть Pro Channel. Он также играет, и он тащит. Так я даже еще круче стал тащить. Мне показалось, или кто-то там вышел, нет? Так, ну, они постоянно здесь выходят, по-любому. Да уж. Не затащили они сегодня, да. Вообще, ноль у них. Опа, прикрыл. Видели? В хэдшот прям прикрыл. Молодец я. Чё, опять? А, ну да. У меня вот одна зажигательная осталась. Ну ладно. Вот так надо прикрывать свою команду, ребят. Как вы сейчас видели. Вот, наверное, минут, секунд пять назад. Да, это, конечно, было круто. А у меня зажигательная зато гранатка есть. Которую я использую. Ах. Ну ладно. Как-нибудь так. Зато я всех этих успею убить. Четверых уже убил. Сейчас пятого затащу. Да, убил всех. Это было круто. Они даже, смотрите, они даже меня попасть не могут почему-то. Да, конечно, мы так. Ну куда вы смотрите? Вот смотрите, вы втроем, в пятером идете. И вы что, не видите, что ли? Вообще, как играете-то? Вот смотрите, стоит парень. Давай-ка. Давай-ка. Давай. С тобой. Я тебя не убил еще, давай. Ну что ж ты, блин, ну ничто, что ты не стреляешь-то, я тебя уже ранил. Я думал, что ты будешь играть нормально, как профессионал. Будешь нападать, а ты просто убежал от меня. Ты даже меня не заметил, наверное. Я ж тебя не убил, я тебя ранил. Стигла ранил. Не убил специально, думал, что-то будет новое, что-то интересное. А то мне уже надоело просто так всех убивать, а меня даже никто за раунд, за все раунды вообще никто не может убить. Охренеть. И еще я не читер, я не читерю сейчас, это просто, ребят. Какая-то командки, конечно, пошли сегодня вообще. Невозможно. Так, там кто-то есть? Молодец, молодец. Только ГСГшника вам не убить. Опа. Да-да-да-да, давай-ка. Давай-ка. Ну ладно. Хотя бы ты меня увидел. Ты хоть меня сейчас в отебан не вводи, потому что я, во-первых, админ. Во-вторых, не ругайся и не уходи, потому что ты меня реально мог заметить в последнюю секунду и убить. Даже если ты сейчас смотришь стрим. То есть, по-любому, я тебя сначала стрельнул один раз, ты уже это, после первого раза мог меня увидеть, по-любому. Я не прикалываюсь, это реально. Сейчас стиглы кого-нибудь убью. Да. Так, патроны. Ну давайте, я уже здесь. А, могли меня убить, но не смогли. Кто же снимает? Охренеть. Давай, упади, упади, упади. Давай-ка. Ну падай, ну что ж ты, ну блин, ну почему ты не упал? Ну, я-то хотел, чтобы ты туда куда-нибудь вниз упал. Охренеть, какая там высота, конечно. Да низко там, нормально. Ладно. Так, ну что дальше у нас? ХП дофига. Даже без админки. ХП дофига, ребят, это охрененно. Так, ну что, берет кто кого-нибудь или как вообще? Заложники ведь ждут. Нет, не ждут. Блин, а ХП только снял.
Ладно, в общем, у меня уже 500 хп, это как бы рекорд мой сейчас. По хп набиранию за сегодня вообще. 500 хп это максимум для меня вообще. Вообще на этом сервере максимум можно 1000 набрать. Ну, это, я думаю, легенда такая, можно сказать. То, что никто еще до 1000 не набирал. Так, двоих и третьего. Блин, нифига он 300 хп уже меня оставил, охренеть. Он 200 хп как у меня снял. Офигеть, мастер. Давай, падай, падай. Yes! Да! Блин, сам падаю и сам. Опс. Я такого, конечно, не ожидал, но, ребят, я живой. Я упал с такой вот... Ну, не с такой, конечно, высоты. Но, ребят, я все-таки упал сюда. Я не знаю, как теперь дальше что делать. Я, короче, не, вне игры. Ребят. Надо карту, наверное, уже менять. Смотрите, я чуть-чуть не упал туда. Охренеть. Хотя, да, у меня, смотрите... У меня хп есть, вроде, мои. Хоть бы меня здесь не убили никто. Блин, а интересно, они затащат или проиграют? Даже интересно стало. Да, ну, все, мы победили опять. Отражение даже есть здесь. В стекле есть отражение, охренеть. Окей, друзья. Не забывайте подписаться на мою группу ВКонтакте Нубас. Там вся... новая информация о разработках, о новых видео и о новых приложениях, точнее программ, которые я выпускаю. Также не забывайте вступить в мой клан Самп в игре GTA San Andreas. В сетевой игре под названием тоже Самп. Удивительно, да, опять упал кто-то. Ну что ты, друг, не, я тебе просто не успел помочь тебе, извиняюсь. Парень, я извиняюсь, правда, я хотел тебе помочь, но... не смог. Короче, добавляйте меня в самп. Добавляйтесь в самп клан. В мой. Сейчас у меня набор идет замов. Ребят, набираю замов, ребят, в свой клан самп в игре GTA San Andreas. У кого оно есть, скачивайте тогда самп. Это мультиплеер такой, даже запутался. На любых версиях, ну, вообще, мы играем на 0.3D, 0.3E и 0.3Z. Мы играем, там наш клан работает. У нас особняк даже свой есть. Есть свои дома, в которые пускаем своих ребят банды. Короче, все нормально у нас. Просто меняете ник, то есть ставите скобка, сам скобка, все. Больше ничего не нужно. Принимаем в клан, вступайте в эту группу, пишите, я вступил в клан, мы проверяем, как вы вступили, и все. А дальше вам только вот нужно ждать зама. То есть вы отвечаете на наши вопросы, у нас будет тест. Если вы все правильно сделаете, то, возможно, вы будете замом в нашем клане. Ну, как-то так, вообще. Так. А в CSGO у нас нет клана пока что. Ладно. Да уж. Командка. Набрали здесь игроков. Извиняюсь, ну ладно. Я случайно в тебя попал. Ну ладно. Так. Ну чё, будешь что-нибудь еще или нет? Давай-ка. Идем сюда и просто тупо кемперим. Ну, понятно, что он опять тут, там пойдет, потому что все идут через ту точку. Ну, вряд ли он. Да, ну он, как всегда, наверное, тут пройдет, да? И опять, кстати, тот же, ребят. Он в третий раз, наверное, уже хочет меня убить как-то. Но как-то у него, наверное, не получается. Прикрыл. Кто там еще один остался-то? Кто последний? Ладно. Я посижу здесь, по кемперю. Ребят, где он? Есть-то. Так. Это уже интересно. Я пойду туда. Молодцы. Кого вы там убили? А, ну понятно, вон он там сидит-то. Я уже не успею бежать туда. Вот так как-то. Так ты, также смотрите мои новые видео про винлокеры, про паркур в CSGO, а также мои новые влоги. Продолжаем играть. Так, что у нас там есть? Гранатка.
Так, взрываемся. И давайте, побежали! Давайте. Так. Супер оружие, конечно. Точно, без ошибок, может убить любого игрока. Так, ладно. Опа, ранили меня. Да блин, да вы достали. О, кстати, я того же опять убил. Ну ладно. Интересно, он хочет меня мстить или нет? Ну все, я убил этого АВПшника, типа АВПшника. Давай. Давай, стреляй. Давай, я тебе даю шанс. Давай. Тебя никто не убивает, давай. Хочешь еще? Охренеть. Такое со мной впервые, конечно. Меня убили. Да. Такое впервые. Это охрененно. Ну ладно, как бы пофигу. Давайте свой опять килл пропишу. Мне потому что нафиг не нужно. Давайте я лучше посмотрю, как играют люди. Давайте, вот КТшники вот идут. Я буду смотреть, как КТшники играют. Типа как в спектре. Посмотрю. Все равно я тащу, у меня уже 100 где-то или еще сколько-то киллов. Дофигеще, короче, киллов у нас. Так. Ну пока что я на сервере сервер не буду менять. Как? Ну, в общем, ребят, ничего не изменяется. Ребята пытаются как-то затащить. Пытаются, ребят. Просто пытаются. Но что-то, наверное, у них не получится, да? Или получится. Ну, смотрите, сколько наших, сколько их. Я не знаю, почему-то не могу могу переключиться, да. На другого игрока. Так, вот он. Идет он. Он что, единственный остался? Давай, бери его. Бери. Ты сможешь. У тебя Фамас. Давай, бери. Фамас. И давай. О, круто. Крутой лицо. Ну, что ты не взял его? Что ты не взял? Кто там? У них остался-то. Все, один он. Давайте с его лица посмотрим, что он будет делать. Будет ли он тащить или нет. Ну все, ребят. Так, ну как всегда, я в третий раз поддамся им. Просто поддамся. Сейчас я постараюсь поиграть нормально, попытаюсь что-то сделать, но я все-таки им поддамся, наверное. Я возьму специально вот это вот оружие. Специальное. Ничего себе не подключал. Так. Давай. Ну что вы там? Да уж. Командка. Могли меня убить? У меня сейчас сколько хп мало. Чё, вы не можете меня что ли убить? Я не понимаю. Так сложно что ли? Ну, ребят, вроде я играю не как мастер. Ребят, смотрите сейчас. Я пытаюсь не тащить, а вот просто вот так вот. Давай. Убей меня, убей. Да я ничего сложного, я сейчас пока перезаряжаюсь. Опять мы вернулись на то место. Давай. Все, ладно. Не буду больше так прикалываться. Хотя ладно, пофигу. Будет что будет. Давай, давай. Ну! Охренеть. Я чё, я убит или нет? Давайте этот. Первобытные сабли возьмем. Так, затащим, затащим, мы затащим. Попытаемся. Но все-таки поддаваться им тоже будем так. Надеюсь, в этот раз я проиграю вообще сегодня. Или как вообще? Да, я проиграл. Я специально проиграл. Так, ладно. Посмотрим, что они будут делать дальше, наша команда. Да. Ну что, один остался, что ли? Или как? Сколько их? Еще вот один. Да уж, ходят такие. Так, еще вот у них один есть. Не, мы не проиграем, точно. Я так понял, то, что мы не проиграем. Наша команда. Так, ладно. Ну все, один АВПшник. Один есть этот, как его... Я не знаю, почему. А, вот, да, переключался на него. И один автоматчик один просто. Больше никого у них нет в команде. Все, их двое осталось, да, или трое. Даже, ну, все, все равно они проиграли. Один даже у них ранен уже. То есть вообще никак уже, все. Все, он один остался, точнее. С
Все, ребят, попыт... вот я, кстати, читы могу включить еще, посмотреть, как они вообще играют. Вот все читы, которые здесь есть. Так, ладно, посмотрим, чем закончится вообще это или вообще не закончится. Давай, затащишь. Yes, ты затащил. Так, ладно, давай-ка, давай. Ну что же вы, давайте, он не должен выиграть. Они не должны выиграть. Так, у нас остался один. Парень, давай ты затащишь. Давай. Не ты, не КТшник. Давай-ка. Так, переключиться я на них не могу. Ну ладно. Посмотрю за этого вообще игру. Так. Давай. Тащи. Yes! Охренеть, он уже был около этой хрени. Охренеть. Вообще. Ты так затащил. Охренеть. Ладно. Окей, окей, окей. Давайте. Судонубиса возьму. Поиграю теперь с ним. Давайте. Ну теперь уже я, так как я три раза уже поддался, точнее, да. Поэтому я больше поддаваться им не буду, поэтому просто буду тащить, как смогу. Не как смогу, а как вообще я могу тащить. Так и затащу. Да, вот так пятерых убил сразу. Вы это все видели. Давайте дальше пойдем. Здесь никого нет уже, да. Дальше идем. Так, заходим сюда. Ну там никого никогда нету. Они ходят все сюда куда-то. Через эту штуку. Ну все, мы выиграли, как бы. Да. Ну, блин, опять не допрыгнул. Ну ладно. Ну, может, я допрыгнул был. Ну ладно. Так, да, конечно, бизон очень крутое оружие. Да. Так, ладно. Идем обратно туда. Так, у нас есть. Просто обычный смоук. Смоук гранат. Так, спрыгиваем. И гоу их мочить. Так, гоу. Так, кто у нас там? Никого нет? Так, побежали дальше. Давай. Давай. Все ближе и ближе, все дальше и дальше. Так, ладно. И... Так. Еще одного. Так, еще кто-то должен быть. Сейчас сделаем мы. Yes! И третьего. Yes! И затащил команду. Так, ладно. Так. Ну, еще попрыгаю на этих хренях. Так. Окей. Побежали. Команда, давайте осторожней там. Все равно я затащу. Опять как всегда. С этим оружием я всегда тащу. Суд Анубиса. Ага, решил скрыться, что ли? Я вас тут всех. Ага. Спрячься. И еще убью. Так. Дальше проходим. Ну кто ты? Кто ты там? Я тебя убил все равно. Не они тебя убили, а я тебя убил. Да. Я мастер. Так, возвращаемся обратно. Так, ладно. Окей. Так, я допрыгнул. Блин, ну ладно, я допрыгнул. Так. Окей, сейчас. Так, затащим. Идем сюда. Так, у нас есть вот эта вот штучка. Штучка. Так, и все, можно спокойно уже затащить. Охо! Троих сразу. Четверых даже. Нет, не смог. А, смог. На последней патроне даже убил. Да. Так на что же нам дигл? Да. Просто мясорубка какая-то. С сосками. Так, ладно. Мясорубка со сосками. Так, ладно, дальше, следующий раунд. Давайте. Что там дальше у нас? Как всегда, бежим. Давайте. Давайте. Давай. Ну, как всегда, ты не победишь меня. Так, ладно. Так, тех я уже не победю никогда.
хотя да, сейчас. Сейчас я уже их выиграю. Спокойно опять перезаряжаемся, прыгаем, стреляем и того тоже убиваем. То есть всех спокойно убили. Даже... Ой. Нет, я думал пропустил кого-то, нет? Так. Yes! Затащил. Давайте последние патроны выстрелим. Так, ладно. Что, давайте опять вернемся к чему там у нас есть. Давайте с Сайрексом попробуем. Теперь затащить-то. Давайте. Что у нас там есть? Нифига нет у нас. Побежали. Так. Так. Так, блин. Ах ты, блин. Ранят меня еще, блин. Так. А, блин, все ХП растирал уже. Все. Мне уже не победить. Хотя нет, победить. Победить может каждый. О, ну что ты здесь стоишь-то, блин? Никого не убиваешь. Так, никого здесь нету? Нет. Хотя нет, есть. А, с бизоном было бы проще. Давай-ка, на пистолет. В этот раз я не поддамся. Никому. Нет, с Айрексом я не буду больше пользоваться. Он просто не прикольный, просто неинтересный. Так, ладно. Что у нас там осталось из оружия, которое мы не пробовали? Давайте попробуем с СГ. Да. С одним раундом поиграемся. Так, побежали. А, кстати, я включил? Нет? Так. 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 Че, убил? Нет? Убил. Дальше пошли. Тихим шагом пошли. Тихим шагом. Тихо. Давайте, пошли, пошли, пошли. Опа. Че, не убил? Вот теперь убил. Он что, с таким же оружием, что ли, пошел? Ну да, с таким же. Точно с таким же. Как у меня. Так. Здесь никого нету. Так. Дальше что? Так, здесь никого нету. Можно спокойно идти сюда. Так, ну здесь что, ничего здесь нет? Давайте на диванчик подпрыгнем, если сможем, конечно. Блин. О, блин. Да. Так затащить, конечно, охренеть. Просто. Килл. Я просто буду наблюдателем. Просто за этой картой буду наблюдать. Издалека вообще. За вертиком буду наблюдать. Хотя нет, я его уже не увижу. Хотя нет, его видно. По идее. Да, нет, все, его не видно. Так. Буду здесь смотреть с этого места, прям с этого ракурса, блин. Так, что там происходит-то? Что там? Давай-ка. Да, давай. Ты сможешь. Давай-ка. Перезарядись и давай. Негр. Давай, негр, негр, стреляй. Как так? Ну ладно, победа им нужна все равно была. Когда-нибудь. Ну я опять килл прописываю себе в последний раз. То есть, опять буду смотреть на этого АВПшника. Смотрите, сколько дофига здесь. Играют. Целых 10 человек здесь у них, да? То есть мы играем сейчас... Сколько там? 20 нас человек, да? Ровно 20, да. Круто. Так, ну ладно. В шапочке здесь сидит какой-то мужик. Окей. Игроки, блин. Давайте, тащите, тащите. Ребят, тащите, затащите команду. Вы должны. Вы должны затащить команду, ребят. Вы просто обязаны это сделать. Давай, тащи. Молодец. Так, ну все там, вот, один остался. Точнее, еще кто-то там вроде остался, да?
То есть их трое осталось, я так понял. Да. Давайте, вы затащите. Два снайпера и один Фамос. Да, они тащат команду. Тащеры. Молодец. Дальше кто? Один берет залажа. Видно. Так. Еще кто-то взял залажа, что ли? Не, никто. Он один остался. Да? Давайте, ребята, вы должны. Молодцы. Вообще, без меня, конечно, тоже круто вы сыграли. Молодцы. Так, ладно. Прям ровно. Галил беру. И беру Дигл. Так. А интересно, что будет, если Зевс возьму? А мне не берется почему-то. А, я взял его, взял. Я взял Зевс. Так. Побежали. Так. Куда там у меня? Мой Зевс. Кстати, где он? Да, вот здесь он. Давай-ка. Вот так. Так. А, я случайно своего стрельнул. Ну ладно. Побежали. Я Зевсом его убил. Круто. Давайте три раза возьму сейчас Зевс. Просто для прикола, потому что мне скучно. Так. Зевс. Так. И все, побежали. Я буду здесь с Галилом бегать. Где-то мой Зевс. И что-то вроде у меня еще было, нет? Ничего? Не попал. Кто, где? Кто где стреляет-то? Никто уже не стреляет нигде. Я двоих уже убил. Так. Давай. А, куда ж ты? Он убежал. Опа, вот так надо запрыгивать. Так, чтоб он не успел даже понять, где я. Так, побежали. По этой штуке. Так, ну чё, нет врагов у нас? Вроде кто-то бегает, блин! Целых трое здесь. Затащим! Троих сразу убил. Блин, офигеть. Диглом. Ну, это просто так, как я говорю, потому что это не так уж круто. Как... Блин, патроны. Да. Вот так надо убивать. Вы видели? Давайте. Ну, почти что, да. И последний раз я беру Зевс. Я еще кину гранатку. Это первое то, что я сделаю сейчас. Так. Да уж. Дальше я возьму Зевс. И первое, что я сделаю, это я стрельну его в врага. Да! Пошлите вы нафиг. Я мастер игры. За Галилом хожу, всех убиваю. Побежали. Так. Меня уже убили 6 раз. 3 из которых я сам себе убил. Команда kill. Да уж. Окей. Идем сюда. Так. Что там? Все, опять победа. Опять наша победа. Давайте на диванчик тоже запрыгнем. Блин, опять, ну не получилось. А, ты здесь уже сидишь, блин. Молодец. Так, ладно. Давайте МАК-10 попробуем. Мой розовый МАК-10. Розовый МАК-10. Затащит команду. Так, затащи. Я был уверен, что ты затащишь. Давай. Мак затащит. Он всех хедшот убивает. Спасибо, ребят, прикрыли. Молодцы. Так. Чё, всё? Это все враги? Типа, да? Да, больше никого не будет. Со спины. Помог. Чё? Дальше кто? Остался-то.
Кто там остался-то? Я так и не понял. Два каких-то парня осталось, или один. Так, ну понятно, где они, по идее. Оп. Да уж, хедшот. Я просто молодец. Да, я его убил. Супер. Так, ладно. Теперь давайте возьмем МП7. Это единственное, что мы сегодня не пробовали. Так, окей. Побежали. Прикольное оружие. Мне нравится. Так, кинем гранатку. Куда-нибудь туда. Давай, давай, давай. Ты должен помочь мне. Ну ты... Да, ты мне помог немного. Давай. Я не дам никому выиграть. Это мой раунд. Так. Ах ты, блин. Давай-ка. Давай. Опа, вся. Нет никого. Да уж. Да, без прицела сложно играть, но играется. Это играемо. Ой. Ну ладно. Так, кто у нас там остался? Ой. Целых двое. А, один. Спасибо. Я уж думал, я буду стрелять из дигла. Потому что он кинул гранату меня. Да. Стоп. Это же еще не конец. Да, теперь конец. Молодцы. Хотя вы ранили заложа. Это не круто. Ну ладно. Так, ну давайте вернемся к нашему Азимову. Все-таки. По 90. Побежали. Давайте. Оу, троих убил или двоих? Так, ого, всех замочил. Круто. Давай, кидай. Молодец. Не снял ни хп. Ни одного хп. Ни одного хп не снял. Молодец. Ну, это хотел кинуть гранату уже. Ну, ладно. Да. И так уж круто получилось. Ладно, ребят. Так. Давайте опять попробуем из П-90 пострелять Азимовым. Так как я редко использую эти, ну, так сказать, предметы. Такие оружия. Поэтому я буду пользоваться только так. Ими. Так, ну, кто там у нас? Один. Должно быть... Еще один здесь, всегда в кустах прячется. Так, здесь один. Их два должно быть, по идее. Вроде бы. Ну, давай, а там, да. Так, ну да. Вот так как-то я это себе представлял. Тут меня начинают убивать, но не убьют. Я стреляю своих... своих союзников. Потом я бегу сюда. Возвращаюсь на ту точку, где я был. Так, иду через штуку, которая не проходит. И там даже будет заложник, да, я так понял? Ну что вы тут, что? Ну блин, ну почему я должен себе помогать вам, блин? Все, нет патронов мне. Вообще круто. Так, ладно. По 90 спасает всех, короче, ребят. Просто тащусь с него. Вообще всех убиваю. Так, что у нас там дальше? Опять кто-то будет там, как всегда. Я убиваю того, потому что он постоянно там ходит. Здесь опять в кустах парень. Даже мне казалось, в кустах кустовых парня. Ну ладно. Стой. На что мне дигл? В котором закончились патроны. Ну что ж, вы не стреляете. Ой, давай, 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 давай. Мне нравится такая игра. Кто там остался-то? Я перезаряжаюсь, подождите. Они всегда ходят почему-то тут. Я не знаю почему. Давай-ка. Ну, он хотел пройти, ребят, реально. Ну ладно. Я не дам никому пройти. Ну, где ты, где ты, где ты? Окей. Ну, как-то так я себя это представлял. Вы представьте, как играть в КС
без без прицела. Это охренеть просто. Так, давайте теперь возьмем дробовик. Нова. Да. Теперь я хочу из дробовика пострелять, ребят. Это будет круто. Так, у меня опять гранатка. А, нет, смоук. Блин, не туда кинул. Хотел через стекло, чтобы полетело. Интересно, они узнают это или нет? То, что тут троица было. Давай. Ну, а хотя бы один патрончик мне нужен был. Вот и все. Даже хп остались. Круто. Не каждый может меня убить. Да уж. Тоже с дробовиком, что ли, прошли? Да чего, все, что ли, пошли с дробовиками-то? Я взял дробовик, и он взял дробовик. Офигеть. Ну, вообще, прикольно. Ладно, если ты взял дробовик, я возьму другой дробовик. Розовый дробовик. Бежали. Так, ладно. Я с розовым дробовиком побегу. Давайте гранату кинем. Так. Так, убил кого? Нет. Так, никого не убил. Так, этого убил я. Дальше идем. Так. Так, этого я убил. А этого не успел. Этого не могу. Этого просто не могу, не успеваю. Сейчас попробую. Давай-ка. Еще. Еще один патрон. Сейчас. Блин, сейчас меня уже убьют, блин. Давай-ка. Давай-ка. Все. Спасибо, ребят. Помогли. Реально бы с этим дробовиком бы не справился. Так, ладно, сейчас все сделаем. Так, ладно. Что там у нас дальше идет? Так, идем сюда, обратно. Так, что у нас здесь? Сейчас, короче, ровно час уже, как мы играем в Counter-Strike Global Offensive, стрим номер 3, ребят. Играем с подписчиками, подписчики рулят, ребят. Так, все. Берем еще один дробовик. И побежали, ребят. Все дробовики крутые, заходите на мой сервер, принимаю всех. ID, IP сервера в описании. Заходите туда. Повторяю. Заходите на мой сервер, Нубас. Сервер 1, Нубас сервер 2, Нубас сервер 3. Я играю сейчас на Нубас сервер 1. Все IP моих серверов в описании под этим видео. Точнее, под стримом. Смотрите, как я всех тащу тут. Так. И где-то там еще был один. Нет. Я побежал. Так, у меня граната. Все, больше у меня ничего нет, кроме гранаты. Так. Оу, круто бы было, вообще, по идее. Ну ладно. О, ну круто, 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 мы победили опять. Они ни разу еще заложника не доложили, куда надо. Так, окей, теперь у нас идет такой вот интересный пулемет. Да. Правильно. Попробуем затащить с него. У меня гранат нету. Так, ничего здесь нету. Ну куда ты? Даже не стал стрелять в меня. Потому что видит, потому что я крутой. Ну давай. Всех затащил. Ну что, никого нету уже? Я всех вроде убил. Так, туда я уже не пойду, да. Ну, делайте, что хотите, по идее. Так, ладно. Че, убили его? О, тоже! Да вы прикалываетесь, наверное, надо мной. Я беру оружие, они берут такие же. Эти ребята точно, наверное, смотрят стрим мой сейчас. Хотят такими же, как я, быть крутыми. С такими крутыми оружиями. Так, ладно. Так. Также у нас будет скоро конкурс на кейсе. Точнее, не скоро, но позже, наверное. Будет конкурс на кейсе. Мы будем разыгрывать вот такие вот скины крутые для оружия. То есть мы будем разыгрывать негев. У нас там 10 скинов для негева будет. В общем, вам понравится это. Все. Вся вот эта вот хрень вам понравится. Так. Вот, смотрите, как стреляет негев. Просто вот.
все хвалят. И Дигл тоже все хвалят. Смотрите, это просто круто. Так. Оу. Давай. Все, спасибо, друг. Помог мне. Смотрите. Воу. Вообще. Круто получилось. Окей. Так. Окей. Давайте снег его теперь тащить постоянно. Так, сейчас затащим мы. Снег его будем тащить сейчас. Так, окей. Так. Гранатка. Опс. Ну ладно. Все равно всех убью. Да, вот так. Куда ж ты пошел-то? Кто там еще будет-то? Тебе туда нельзя. Попал в меня, блин, гад. Ну ладно. Я пойду лучше через ту штуку. Нет, я не туда пошел. Там будет дольше я, наверное. Так, здесь хотя бы я кого-то увижу, если что. Так. Эу! Че, вы замочить никак не можете, что ли? Их. Так. Давай, 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 давай! Ты не сможешь. Да, не сможешь. Смотрите, они правда взяли пулеметы. Все. Ну, не все, конечно, но один вот с АВПшникой бегает. Ну, ладно. Так, видно, эти люди сейчас смотрят стрим мой. Ведь убирают такие оружия. Так, окей. Побежали сюда. Так, что у нас там дальше? Оу, смоук. Смоук гранат. Так. Ой, извиняюсь, я попал. Ну ладно. Так. Так, все, перезаряжаюсь. Ой, ну давай. Ой, она тебя подпрыгнула. Ладно. Пофигу. Ну кто там остался? Вот и все. Готово дело. Перезарядка, как всегда. Да достали меня. Ну давай же. Все сейчас там стреляют здесь. Так. Сейчас они походу выиграют, нет? Эу! Чуть не убил заложа. Но это круто, конечно, было. Спасибо, ребят. Так, ладно. Бизон, ПП 19, бизон. Побежали. Так, ладно. Сейчас все сделаем. Так, кидаем, как всегда, гранатку нашу. Ой. Сейчас он затащит всех, вообще, как всегда. Блин, не всех. Да, всех. Звуки оружия поменялись, как вы видите. И отражения стали в очках. У КТ-шки. Не верите, может, я сейчас найду, нет? Да, там есть отражение, видно вот так вот. Немного, но видно, наверное. То, что появилось отражение теперь. Круто затащили. Перезарядка постоянная. Так, окей. Так. Плюс я гранаток. Такую, такую, такую. Потому что таких никто никогда не берет. Не такие. Так, побежали. Так. Ой. Ну ладно. Побегу, побегу, побегу. Так, ладно. Круто. Затащили. Так. Я смогу. Да. Я смог. Так. Еще один кто-то был. Нет? Ладно. Побежали.
Так, ну чё он там стоит-то? Кого он там прикрывает-то? Ну да, ну да, ну да. Прикрывает-то как? Криво-то еще как прикрывает-то. Еще кто-то один должен быть вроде. Да, именно этот. Нет, еще кто-то должен. Да. Эу, супер. Вообще получилось. Ладно. Так, круто. Чем мы еще не пользовались для этого? Мы вроде все оружие перепробовали сегодня. Из Counter-Strike. Побежали, короче, дальше. У меня даже вот эта штука еще осталась. О! Прям четко так попал. Перепрыгну или нет? Теперь да. Перешел такой. Опа! Че, в цветах уже не интересно сидеть, да? Так. Дэш. Как всегда сюда, где взорвалась граната какая-то здесь. Их всех убили. Там сидят уже убивают. Так, здесь я... Сейчас начну уже. Так, здесь гранатка кинется. Так, ладно. Да, чуть-чуть не рассчитал, но ладно. Ну что ты не помогаешь? Что ты здесь кемперишь? Ты вообще в игре или как? Куда смотришь? Парень. Да куда ты смотришь постоянно? Эй. Эй, ты. А, ладно. Хрен с тобой. Ну и чё, мы ждём? Никого нет? Наверное. Здесь я уже был. Так. Ладно. Заложи вроде здесь. Ох, нифига себе! Да уж. Вот тебе я победитель. Так, ладно. Круто. Так, ладно, давайте опять возьмем обычный калашик. С него круче стреляется. Че, гранат нету? Так. Чего все сюда бежите постоянно? Бежали бы в другое место. А, блин, постоянно перезарядка. Ну ладно. Давай. Обратно тебя туда забьем. В здание. Ой, эти стекла тоже можно закрывать, круто. Прикольно. Здесь точно кто-то должен быть, нет? Так, ладно. Да нет! Вроде должно что-то быть здесь, да? По идее, так. О, да! А вот и он. Да блин, да ладно. Да. Всегда помогает. Давай, через стену. Убью-то. Туалеты. Так, все затащим здесь. Это круто. Так, ладно. Опять давайте возьмем наш этот, как его. Блин. Ладно, пофиг, не буду брать ничего. Просто не буду брать ничего, нифига. Вообще полностью ничего не беру. Ну, кроме граната. Ладно, я посижу просто здесь по кемперю, реально. Потому что. Ого! Лестница. Я не думал, что здесь лестница есть. Я об этом не думал просто. Ну ладно. Так, окей. Так, давай-ка, я по кемперю здесь теперь. Потому что вам, наверное, надоело. Посмотри, как я играю, блин, теперь я буду кемпери здесь. И всех мочить. Охренеть. Я не думал, что я всех убью. Так, ладно. Так. Никого нету, проходим дальше. Здесь всех их убили. Значит, враг где-то... Здесь. Ой. Ну ладно. Я всего нескольких убил. Ну ладно. Так, круто. Так. Ну что ж, давайте. Сейчас будет у нас, ребят, последний
раунд, и надо, наверное, заканчивать наш стрим, ребят. Так, давайте, это последний раунд наш. В этом раунде я вам все покажу. Все было, все, что крутое было здесь. Все, что я не показал. Все здесь будет. Все, что я просто смонтировал не так. Здесь будет просто одни хедшоты. Просто четко хедшоты. Хедшотик всем. Да, это прикольно. Так, окей. Осталась последняя штука. И, в общем, давайте. Когда же там конец-то будет-то, нет? Уже. Так, опять эти компы. Повторяюсь, я их сломал. Так, здесь заложник. Так, остался еще один. Он именно там. Кстати, где он? Что-то я его потерял немного, нет? Так, все. Ой-ой-ой-ой, кто стреляет? Кто там стреляет-то? Только попробуй его возле. Ах ты гад. Давай-ка. Ах, не прикрыл меня, ну ладно. Окей. Окей, мы все сможем, ребят. Мы затащим. Так, это, конечно, было офигенно как круто. Да, мы опять выиграли. Как и всегда. Ну, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Добавляйтесь ко мне ВКонтакте. Не забывайте подписаться на группу ВКонтакте Нубас, а также вступить в клан, если у вас есть GTA San Andreas, если вам нечего заняться. Просто вступайте в наш клан, там всегда весело, в общем. Босс только один, я. Ну, в общем, всем, короче, спасибо за просмотр. Пишите комментарии под этим видео, понравилось ли вам видео или нет. В общем, все напишите. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. И всем пока.